Здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, это видео выходит очень поздно, но что уж тут поделать, я себе поставил план выпустить сегодня именно два видео. Первое видео уже вышло касаемо нового героя, и второе видео я обещал записать своему подписчику, потому что у него сегодня день рождения, я надеюсь успею выложить до 12, а потом поеду в магазин, да, а потом пойду стримить. Так что усаживайся поудобнее, добро пожаловать! Меня зовут Саша, битва замков, роллинг, все как мы любим. Вот, ставь лайк, я тоже это очень люблю. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Дракон, у него сегодня день рождения, роллинг в день рождения, о божечки, поздравляю. Всего самого хорошего, как говорится, чтоб Купидон стоял и самоцветы были. Давай вот так вот, всего тебе наилучшего, дружище, с днем рождения, расти большой. Находится в гильдии, которую назвали в честь меня, в честь князя. Так, Андрюха Рылев, и не смей говорить, что это не так. И мне не нужны твои отмазки по поводу того, что эта гильдия была создана раньше, чем мой канал. И как бы... Нет, ты ее назвал в честь меня, Андрюша. Так что как бы все. Ты от ответственности не уйдешь, короче. Вот, ребята. Прием осуществляется от 200 тысяч силы. Обращаться к игроку под ником, ну, Смайлер, в Телеграме Смайлер, босс 4-5, 18.00. Тут, я так понимаю, ну, это же гильдия Андрюхи Рылева. Короче, здесь, да, вот Таурус. Здесь есть Андрюха Рылев, короче, вступайте в гильдию, которая названа в честь меня, Заза. Андрюха, не снимай на меня разоблачение. Ну его нафиг. Зачем мне это надо? Вот, ролим, ребят, героев. Вы не смотрите, что самоцветов мало. Тут вообще, на самом деле, тут больше ништяки будем открывать. Будем сегодня пытаться из сундуков моря достать кого? Достать, ёлки-палки, этого дуэлянта, хотел сказать стрелка, нет, дуэлянта. Целая куча ништяков, но чтобы это видео супер длинным не было, мы, наверное, все ништяки не будем открывать, плюс там хозяин хочет какие-то ништяки оставить типа на память, потому что они в игре уже больше никогда не появятся, потому будем осторожно что-то открывать, смотреть, а что-то не будем открывать. Так что так, вот вообще пишите в комментариях, что вам там интересно, открывать ништяки неинтересно, что вы, как к этому относитесь, позитивно, негативно, нейтрально. Смотрите, еще тут одно указание. Вот эту вот груду самоцветов, оно так и называется, груда самоцветов, открывать нельзя. А вот эту вот банку с самоцветами открывать можно. Потому мы возьмем и откроем, друзья. 112 тысяч самоцветов. Будем пытаться выбить даму холода. Даму холода и мастера рун. Вот, мастера рун, любимого героя, осенизатора кирпичей. Так. Дамы холода не хватает. Ну, слушай, 100 тысяч уже как бы достаточно солидная сумма. И, в принципе, хотелось бы уже выбить этого героя. Хотя, как бы, я хотел уже поныть по поводу того, что я еще ни разу его не выебил. Но потом вспомнил про тот момент, что как бы я не особо и ролил. Я там буквально после выхода обновления паролил на своем аккаунте, кажется, на аккаунте своего подписчика. Ну, максимум у меня 2-3 роллинга за это время. Потому что, ну, как бы видосы на канале не выходили. Так что так вот. Ну, будем надеяться, все-таки у человека день рождения, должны случаться чудеса. Одержимый Седна. Седна, Асура. Тоже, так, кристаллический эктоплазм, бульдозер, Миша, смерть, Кэнди, князь тыквы. Слушай, один за одним падает Дед Мороз. Слушай, может, мастер и рун на халяву упадет. Ну что, добрались до отметки в 100 тысяч самоцветов. Где-то тут в середине сделаем паузу, какие-то ништяки откроем. Укротитель, но я, честно, там все открывать не буду, потому что я боюсь, может быть, я там открою то, что открывать не нужно. Вы меня знаете, ребята, я могу накосячить прямо реально на пустом месте. А вот, так что так вот. Дам... Опа! Опачки, уже все не так уж и плохо. Одного героя в коллекцию выбили. Дама холода пришла на аккаунт игрока под ником Дракон. Идем дальше, не останавливаемся. Ждем мастера рун. Ну что, теперь, значит, 89 тысяч самоцветов мы потратим ради того, чтобы выбить такого героя, как мастер рун. Королева гарпий и медуза выпала.
Так, кристаллический эктоплазм, шаман, оборотень, ниндзя, 190 рыцарь, палач свален, окей, но нам нужен только мастер рун. Мастер рун, мастер рун, приходи быстрее, мастер рун, давай, наливай. Не, ну падали же герои, хорошо, что случилось, что поменялось, почему перестали падать душегуб, Рина, медуза, медуза уже падала, рыцарь тьмы. Так, сейчас вот роллинг запишу, я возьму, как его смонтирую, ну как смонтирую, просто прорендерю, вот, выложу на ютапчик. И поеду в магазин, куплю вкусняшек, стиков куплю, может быть, не знаю, может быть, что-нибудь алкогольного купить, не знаю, посмотрим, посмотрим, друзья, посмотрим. Так, варлок, идем дальше, варлок. Да чтоб твою, где варлок, 2020 год, варлок падает. Так, пошли-ка откроем какие-то ништяки, вот, ну, вот, разработчики. Вот, не хочу вас матюкать, но я выражаю глубокую озадаченность и обеспокоенность касаемо того факта, то, что как бы вы не можете взять, сделать хотя бы две легендарные карты, но в которые вы всунете всех героев. А вы их просто плодите, потому что, ну, как бы, ту карту, ну, они, вот мы открываем эти карты, а толку? Типа толку от них. Как бы, ну окей. Эти все герои есть. Наштамповали плюс 100-500 карт. И как бы и чё. Реально, в них путаешься, собираешь эти ненужные карты. Вот, как бы сделали бы, я не знаю, там, три... Ну, три-две разновидности карт. Ну, и всунули бы туда там почти всех героев. Ну, просто вот это вот что. Вот еще аналог тех первых карт, что открывали. Как бы, ну, сделали бы просто минимально... Или вообще бы, знаете, сделали бы один вид легендарной карты. И туда бы всунули бы абсолютно всех героев, но каких-то супер редких героев шанс выбить был бы просто настолько минимален. Но это было бы невероятно круто. Это было бы невероятно круто. И мы бы открывали с надеждой такие, воу, и мы бы хотели покупать эти карточки. Знаешь, вот сейчас меня эти карты вообще никаким образом не привлекают. Даже яйцо эти карты не привлекают. Понимаете? Никого эти карты не привлекают. Даже вообще, вообще никого. Это просто, ну, хотя, ну, вот третий, что я сейчас вообще открываю? Я уже запутался, что я открываю, неважно. Я вам просто объясняю, что труба... Труба, разработчики IGG, услышьте меня. Вы, конечно, меня не слушаете, а если бы и слушали, то ни хрена бы не поняли, потому что я разговариваю не на китайском, не на английском, а разговариваю на русском, на чистом, без слов паразитов, ни бакую, ни мэкую. Хотя это я сам как бы себя нахваливаю, на самом деле у меня все намного печальнее в этом плане. Я, бывает, еще и окончания путаю, но не суть. Слушайте, IGG, учите русский язык. А чё бы нет? Подписались бы на мой каналчик. Вы бы о себе узнали много чего нового, да. А иногда полезно знать о самих себе какую-либо информацию. Почему бы и не, да? Взяли бы такие, послушали пару видосов, казалось бы, и что-нибудь исправили бы в игре. Хотя, я думаю, вы бы её, наверное, закрыли. Ладно, прекращаем свой наигранный смех. 140 чего-то там мы открываем, потом вернемся к роллингу. Надо, чтобы сегодня было чудо. День рождения. Хитросплетение. Слов не знаю я, но я придумаю. Мне плевать на рифму. Господи, ну давай еще эти карты откроем. Просто эти карты бесконечные, я не знаю. Просто бесконечная моча из них льется, ненужная на этом аккаунте. И это печально, это грустно. Так, 62 тысячи самоцветов, попытки выбить мастера рун. Давайте сейчас 30-ку потратим. Пойдем еще потом что-нибудь возьмем, откроем. Скиталец выпал скиталец. Давай мастера рун.
Давай, мастер Арун, а вы не забывайте писать в комментариях, со скольки тысячи. Ну, если вы выбили мастер Арун, сколько вам потребовалось самоцветов? Вот, сколько вам потребовалось тысяч самоцветов? О, космо. Хотя, кого я обманываю? Сколько вам потребовалось десятков тысяч самоцветов? Хотя, блин, да что я несу? Сколько вам потребовалось сотен тысяч самоцветов? Давайте так, таким образом поставим этот вопрос. Ну, потому что, ну, а что? Ну, как бы, а как по-другому? Ну, никуда не деться, Бигфут. Давай, мастер Рун, приди, солнышко, пожалуйста. Я хочу, чтобы этот роллинг был удачный. Может быть, он наберет больше просмотров. Хотя нет, он не наберет больше просмотров, потому что это видео выкладываю в 10 вечера, да, да, вот такая вот, а потом такой, ууу, что-то просмотров нету, а, потому что в 10 вечера выложил, нормальные люди спят, а Саша выкладывает видосы, скиталец уже второй раз падает, ну, камон, дал бы ты вместо скитальца лучше мастера рун, было бы классно. Что-то я вдруг картавить начал. Р! Да, все нормально. Нормально. Буква Р вернулась в мой рот. Вот. Жду шуток в комментариях про мой рот. И что туда вернулось. Даже Трифида выбили. Профессора Рибита. О, прям в очередь встали бесполезные герои на выход из этого алтаря. Тракос. Здравствуй. Седна. Привет. Пошли еще каких-то ништяков. Откроем ваши подарки. Что тут? Так, коробки рун тут стра. Подожди. Господи, ну... А давайте я не буду открывать эти сундуки. А давай реально антихайп. Мы попробуем. Вот эти вот тоже он, хозяин переживал аккаунта, чтобы там по одному на память остались эти пасхальные яйца. Сундук. Сундук печати часового. Просто. Вот пишите, как вы смотрите на то, что если я не открою? Вот смотри, у нас сундук отчаяния. Вот, мы их будем открывать. Давай, это вот сейчас будет интересно. По крайней мере, да, потому что оттуда может выпасть то, что надо. А мы хотим в коллекцию дуэлянта получить. Что-то я забэкал, это печально, это грустно. Это не очень хорошо. Вот у меня бесит, когда игроки не забирают отсюда героев. Ну шо, вам трудно отсюда героев забрать, а? Ну шо, вам трудно? Дуэлянта, 44 осколка. Давай посмотрим, заберем дуэлянта или не заберем. Ваши подарки. Давай начинаем открывать. Так, сундук отчаяния 2. Но здесь не падает. Ну давай откроем. Хоп. Ла-лайла. Так, нормально накидала. Давай дальше. Что тут у нас? Так. Ну где оно? Вот. Редкий сундук отчаяния. Давай откроем редкий сундук отчаяния. Я просто не хочу это видео затягивать. Я хочу, чтобы оно было так скомкано. Не в плохом смысле, а в хорошем. Скомканное такое. Насыщенное видео, в котором, я надеюсь, мы выбьем мастера рун. Мастер рун, мастер рун, мастер рун. Приходи побыстрее, мастер рун. Вообще, что отсюда? Жди-ка. Сундук. Жди. Так. Вот оно. Вот они, пошли. Ну-ка, у нас там 40 осколков. Так, 9. А нет, 21, 12. Слушай, ну должны выбить. Ну должны выбить. Ну, должны выбить. Подожди, давай дальше. Там что? Так, отсюда тоже падают. Да не, по-любому. Да не, сейчас соберем. Сейчас все хорошо будет. Прям сейчас соберем, друзья. Так, пора бы мне тоже ходить на эти локации, чтобы открывать эти сундучки. Кто со мной? Тот герой. Не знаю, вот специально не подсчитываю, сколько этих осколков. Но мне что-то подсказывает, что у нас все хорошо. Так, смотри, еще 20 осколков прилетело. Ну, должно. Ну, как бы должно по-любому хватить. Ну, должно, но по-другому ведь не может быть. Так, отсюда что падает? Тут некросов собирают, да? Ну, давай откроем.
Просто бесит это все пролистывать. Слушай, конечно, количество ништяков радует, но так как я должен это видео выпустить сегодня, потому за счет открытия ништяков сундук одиночества, за счет открытия этих сундуков, ну, не хотелось бы увеличивать длину видео. Да, тогда это все будет, соответственно, загружаться, рендериться намного дольше. Потому как бы вот сейчас дооткрываем ништяки. Ну, какие ништяки? Вот, ну, как бы осколочки, да. И потом уже пойдем. А, ну, здесь все понятно. И потом уже пойдем. Ну, уже так дооткрывали. Все, ребята, давайте. Остальное хозяин пускай откроет сам. Главное, чтобы мы успели выложить это видео сегодня. Потому у нас 29 тысяч самоцветов. И нам надо выбить мастера рун. Доходим до 20 тысяч самоцветов. Смотрим, мы собрали дуэлянта или не собрали. Так, 24. 23. 22. Фрея. Слушай, ну мы сегодня очень много выбили героев. Причем, ну не просто героев, а конкретно такое хорошее разнообразие было. Так. Так. Слушай, походу... Походу, что-то мне подсказывает, что мы собрали дуэлянта. Мы собрали дуэлянт. 248 осколков, дамы и господа. И герой благополучно приходит на данный аккаунт. С чем я и поздравляю хозяина. Ну, тут дама холод. Ну, короче, два героя, по сути. Два героя, по сути, у нас появилось новых. Но мы-то ждем мастера рун. Мы хотим мастера рун. Мы не можем без мастера рун. У нас остается 20 тысяч самоцветов. И как бы мне что-то подсказывает, что если мы все-таки его выбьем, то это будет невероятным чудом. Потому давайте буду сейчас бесконечно говорить свои заклинания. Мастер рун, приди. Мастер рун, приди. Мастер рун, приди. Мастер рун, приди. Осталось 13 тысяч самоцветов. Мастер рун, приди. И падают герои, но не те, что надо. Мастер рун, приди. Ну, пожалуйста, рандомчик, не подведи. Мастер рун, приди, давай. Мастер рун, приди. Смотри, падают подряд целая куча героев. Ну, пожалуйста, мастер рун. На их месте должен был быть мастер рун, приди. Ну, 5000 самоцветов. Нет, это кажется, все. Баста. Ну, пожалуйста, мастер рун, последние самоцветы. Хотим чудо. Хотим чудо. Чудо хотим. День рождения у человека. Не повезло. Не, ну, выбили хотя бы даму холода. Хоть какого-то недостающего героя в коллекцию выбили. Напоминаю, что мы могли выбить только двух героев. Это дама холода и мастер рун. Задача была достаточно сложная. Конечно, хотелось бы выбить мастера рун. Но когда я там слышу эти суммы, 150-300 тысяч самоцветов, прям страшно становится. Но надеюсь, что как-нибудь получится это выбить за меньшее количество самоцветов. Хотя по факту сегодня ушло больше 100 тысяч самоцветов. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Большущее спасибо, кто смотрел это видео до конца. Еще раз поздравляю игрока под ником Дракон. Желаю всего самого наилучшего в этот день рождения. Надеюсь, я успею его сегодня именно опубликовать. Всех целую! А, хотя нет, не целую. Всем пока!